Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу рассказать о своем новом увлечении. Объяснить, почему сейчас на моем канале выходит меньше видео по вязанию крючком. Как видите, вот она причина, объяснение всего происходящего. Видите, что уже тут творится, сколько навязала носочков. Сейчас все подробно покажу, расскажу. Если вам интересны такие видео, наливайте чай, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Вязание этих носков у меня началось с 24 октября, когда я вступила в совместное вязание в группу к Светлане Гараниной. Это автор, мастер носочных дел. И вот с тех пор меня затянула эта носочная секта, и никак не могу остановиться. Начала вязать вот такие носки, это первые мои носочки. Сразу скажу, что вязать спицами я не умею особо. Знаю, конечно, лицевые и изнаночные, а вот накиды, всякие скрещенные петли вязала именно первый раз на мастер-классе. И для начала связала из простой пряжи, вот для разминки, чтобы вспомнить, как спицы держать в руках, как набирать петли. Вот именно такие носки связала из толстой пряжи. Это не по мастер-классу, а просто на глазок сама, чтобы вспомнить принципы вязания носков. Здесь я сделала, укрепила пяточку и носочек добавила специально носочную пряжу. Но это такие носки классические, про них даже и говорить особо не стоит. Вот, а уже вот эти все носочки у меня авторские. Очень красивый, сейчас покажу. У всех разный рисунок. Какие-то я уже даже связала по две пары. На мастер-классе совместном мы вязали вот такие носки. Они называются Фрейджо. Света нам, так, и где вторые, вот, создавала уютную атмосферу в группе. Было очень приятно вязать. Все понятно. Каждая петля, каждый штрих, все проговаривалось и справился даже, как видите, даже такой вязальщик, как я. Как я уже сказала, спицы в руках не держала 100 лет. Ну вот, видите, все получилось. Очень красивый орнамент или узор, как это называется. Единственное, что я еще не приноровилась их вязать под размер. Не понимаю, как их нужно растягивать, до какой степени. И вот носочки одинаковые, но единственное, что вот эти связаны с шишечками, а эти без шишечек. Это кому как нравится. Можно вязать в любом варианте. Можно и побольше шишечек расположить по носочку. И не знаю, как определить размер носка. Ну, на 39, на 38 точно подойдут вот эти носки, но в мастер-классах все подробно проговаривается, как вязать на любой размер, как рассчитать плотность вязания, все это объясняется. Ну и давайте расскажу про пряжу, из которой вязала эти носочки, так как я еще не опытный вязальщик, поэтому не стала использовать дорогую пряжу, а взяла самую обычную, вот австралийский меринос, 95% мериносовой шерсти и 5% лиакрил, не знаю, что это такое, и по толщине в 100 граммах 400 метров, это классическая длина для таких носочков. И вот зеленые у меня связаны, 95 шерсти и 5 акрила, в 100 граммах 392 метра. Пряжа Ольга, семеновская пряжа. Как видите, 100 грамм вполне хватает, даже остается. Потом покажу остатки, как они хорошо все сочетаются между собой. И так как по толщине они примерно все одинаковые, потом одну пару точно свяжу в полосочку из остатков. Так, про эти две пары рассказала. Это Фрейджо. Так. Далее вот такие носочки.
Очень красивый. Посмотрите, какой интересный узор. Укрепленная пяточка также. Это носки называются Нора. Вязала их из пряжи Alize Superwash Artisan. Также остался у меня моточек в 100 граммах 420 метров. Цвет 281. Такой приятный канарейка я называю такой цвет. Вот мои уже остатки. Собираются. Посмотрите, какие красивые носочки Нора. И вот как их сильно растягивать, я даже пока еще не приноровилась. Также эта ниточка недорогая. Пока только учусь. Заказала и дорогую пряжу, но пока ее приберегаю. Хочу вначале вот так же 25,5 сантиметров. Но они тянутся, можно и на размер больше натянуть. Так, показала и следующую пару. Далее давайте рассмотрим вот эту пару, например. Они у меня уже получились поменьше размером. 24 сантиметра. Давайте повнимательнее их рассмотрим. Посмотрите, как интересно перетекает резиночка в узоры, в такие орнаменты. И в узор на пяточке. Также плавный переход, необычная пятка. Мне очень нравятся эти носки. Буду вязать их обязательно. Вот уже выбрала нитки. В мужском размере еще темно-синий хочу связать. Мне кажется, очень красиво будут они смотреться именно в этом цвете. Пряжа тоже интересная, но это уже пряжа подороже. Так, это Газал Happy Fit Unicolor. У меня ушло два моточка, но моточки по 50 грамм и в одном моточке 165 метров. Ниточка немножко потолще. И вот с двух моточков у меня остались маленькие отрезки. Я вот вязала и переживала, что мне не хватит этих ниток, так как нитка толще, конечно же, и расход больше. Так что в копилочку остатков также добавляем. Вот такая красивая пара носочков. Кому-то подарю на Новый год. Я думаю, хозяйка новая порадуется такому подарку. Пишите в комментариях, вы бы были рады, если бы вам подарили такие очаровательные, милые, уютные носочки. Так, теперь мои самые любимые. Это носки одинаковые, но связаны из разных ниток. И, конечно же, разный у них вид получается. Вот это вообще моя любовь. Посмотрите, какие они интересные. Как Света назвала это, перелив в паголинок, перелив в пяточку. Посмотрите, как красиво все придумано. Света, конечно, у нас фея носков. Перелив в носочек она сделала, придумала тут. Необычно. Я когда увидела эту модель, сразу влюбилась и решила приобрести именно эту модель. И мастер-класс по этой модели. Называется Агата. Очень красивые носки. И вот эти ниточки с такими крапинками. Сейчас тоже их покажу поближе, нитки. Очень украшают эти носки. Ну и однотонные. Но нежность. Они такие приятные, пушистые. Но получились большого размера. Опять же, вот мне надо еще как-то приспособиться вязать. Ну, у меня родственников много, у всех разный размер ноги. Я думаю, найду, кому их подарить. Вчера у мужа спросила, будешь такие белые носить? Он с удовольствием, конечно, вообще. Он даже очень обрадовался, что ему наконец-то достанутся тоже какие-то носки. А то все вяжу-вяжу. А тут как раз вот большие получились, и он даже очень рад. Несмотря на то, что они беленькие, почему бы и нет. Так что будет и ему на радость. Вот такие носочки. Ой, прелесть какая. Посмотрите, не могу налюбоваться. Красота. Ну и такие же носочки, только вот поменьше размером и в другом цвете. Вот такой тоже ажур тут вывязан. Вот эти переливы просто покорили мое сердце. В пяточку, в резиночку переход. Мыс, мысок носка.
Ну и давайте про пряжу скажу сразу. Вот эти беленькие связаны у меня из ниток Аделия Джейк в 100 граммах 400 метров. В составе 75% шерсти, 25% нейлона. Если интересует, какой цвет. Так, надо еще найти и посмотреть, какой цвет. Не знаю, может 0,1 вот этот считается, не знаю. Больше не вижу. Так выглядит пряжа. Такие вкрапления. И вот так складываются они в узор. Где-то они отдельными капельками, вот где-то прям как будто краску на них налили. Но очень красиво и интересно. А что касается фиолетовых носков, давайте тоже пряжу покажу. Также связаны из Аделии, но это уже не Джейк, а Рэйчел. В 100 граммах 400 метров, 90% шерсти, 10% полиэстер. Тоже приятные. Вся пряжа раскрывается, конечно же, после стирки. Вот связали, постирали, и совсем другие тактильные ощущения. Так, это агата у нас. Кстати, вот эти серые вязала вот из такой пряжи. Даже не знаю, что это за пряжа. Она у меня давно была уже в наличии. Ну, такая она пушистая, тоже мягкая, приятная. Так, ну вот эти носки также покажу, но связаны они уже по мастер-классу. Другой автор. Называются они макраме. Тоже очень интересные носки. Красивый узор. Посмотрите, какая интересная пятка. Здесь такая плетеночка. Плетенка здесь пропущена также вот по полосочкам вдоль всего носочка. Все очень аккуратненько получается, несмотря на то, что я вижу носки, можно сказать, первый раз. Ну, уже не первый, как видите, уже несколько пар у меня связаны. Но они у меня получились очень большого размера, наверное, на 46 размер. Вот. 29-30 сантиметров. Но еще и тянутся. Ну, 30. Наверное, на 46-й, 31 даже, наверное. И когда вязала, вот остался вот такой кусочек всего пряжи. Также вязала их из Alize Superwash Artisan. Цвет 11, колор. Так, ну это недорогая пряжа, поэтому практикуюсь пока на ней. Уже начала вязать новые носочки, также в таком изумрудном цвете, также из Alize Artisan. Набиваю руку, так сказать. Скоро поставлю на поток производства носков, наверное. Так что видите, какое у меня новое увлечение. У меня всегда так, если что-то захватывает, то надолго и крепко. В свое время меня так захватили салфетки. Ну, конечно, я вяжу их и... Да, по сей день, но уже не в таком количестве. А сейчас вот переключилась на носки. Но это, я думаю, может быть, зима так влияет временно. А там посмотрим, как дело пойдет. По крайней мере, ниток закупила еще. Полным-полно купила дорогие. Но сейчас похвастаюсь и нитками заодно. Что же уж тут скрывать-то. Сейчас покажу и ниточки, какие я приобрела для будущих носочков. Посмотрите, какая красота. Ну, это же просто прелесть. И вот подарки на Новый год уже будут. Ну, не как подарки, а может, как дополнение к подарку. Вот у меня уже готово. Ну, и теперь давайте покажу пряжу. Начну с дешевой. Вот такая носочная пряжа от Пехорки. Вот такая прям пушистая, объемная. В составе 50 шерсти, 50 акрила. Не знаю, почему называется носочная. По составу вроде бы шерсти желательно, чтобы было и побольше в носочной пряже. Вот в 100 граммах 200 метров. Но это пряжа такая толстая, и из нее буду вязать обычные гладкие носки, простые, без орнаментов и узоров. Вот эта пряжа может быть даже и похуже. Нет, наверное, вот это все-таки помягче. Не знаю, что это за пряжа, но по толщине они приблизительно одинаковые.
Так, вот такая монгольский верблюд. Такая приятная на ощупь. С пушком. Ну, тут есть такие колюченькие какие-то. Вкрапление. Натуральный серый 371. По толщине в 100 граммах 300 метров 50. Верблюжья шерсть 50 окрева. Но по составу похоже с носочной. Так. Вот околица. Немножечко потоньше. Хотя нет, в 100 граммах 250 метров. Но может быть крутка плотнее, поэтому кажется, что тоньше. Это пообъемней. А может быть из-за того, что шерсти больше, поэтому она и тоньше. Акрил все-таки более объемный, поэтому нить такая потолще кажется. 90 шерсти, 10% акрил. Взяла два цвета, буду их комбинировать и вязать полосатые носочки. Мне кажется, они должны быть очень тепленькие. Но, судя по составу, конечно, будут теплые. В 100 граммах 250 метров. Околица от Camtex. Хорошие нитки тоже, я думаю, носки прям классические. Посмотрите, какая пряжа у меня еще есть. С древних времен. Чисто шерстяная, аппаратная. Шерсть козья 30%, меринос 70%. Вот плохо, что синтетики нет. Придется также в пяточку и в носочек вставлять укрепительную нить носочную специально, чтобы пяточка и носочек не протирались. 250 метров, дата выпуска, 10 рублей. Вот даты что-то тут не вижу. Может быть, 89-й год. Вот у меня два моточка не начатых, но есть еще моточки такие в запасе. Так, ну вот эту пряжу я уже показывала, из нее вязала. Это Ализе Супервош Артисан, но уже другой цвет. Вот такой терракотовый, рыжий, как его назвать, кирпичный. Цвет 433. Тоже получится очень красивые носки. Я уже знаю, какую модель буду вязать именно из этой пряжи. Это уже будут носочки ажурные по мастер-классам авторским. Благодаря Свете у меня теперь, я у нее приобрету, мне кажется, все мастер-классы и свяжу обязательно все ее носки, потому что каждый проект у нее это шедевр. Света организует постоянно совместные вязания в группах, в WhatsApp, может быть еще где-то, но я вязала с ней в WhatsApp. Я ссылку на Гаранину Светлану оставлю в описании под этим видео. На ее страничку ВКонтакте. Если вам какие-то носки также приглянулись, можете написать ей, связаться с ней, выбрать. Ну, я думаю, там есть где развернуться. Разберетесь. Так, вот такие ниточки. Ализе Супервош Комфорт Сокс. Они по составу и по характеристикам такие же, как Артисан. Сколько тут метров, сейчас скажу поточнее. Вот 75 шерсти, 25 полиамида, как и здесь. А метров, так, 420 метров. Ну, один в один по составу. Не знаю, почему у них разные названия, Артисан и Комфорт. Вот эти, что ли, попушистее, как-то они вот попружинистее, а эти вот более такие плотные. Вот свяжу также две пары беленьких носочков. Но это тоже знаю, какие буду вязать. Я уже присмотрела себе новые мастер-классы. Так что буду вязать всю зиму, наверное, до весны. А может быть и летом, не знаю еще. Так, это что касается простой пряжи. Уберем пока ее в сторонку. Припасы. Всегда такие припасы прям радуют глаз. Так, ну вот эта пряжа подороже. Цена ее в пределах 500 рублей. Покупала ее в Леонардо. Я ее уже показывала, просто это другие расцветки. Так, вот Рэйчел, это у меня вот эти носочки связаны. Так, номер цвета 0414, наверное. Так, а эти 1213, вот фиолетовые. Хорошие нитки. И вот эти нитки у меня повторяют беленькие. Тоже посмотрите, какая интересная расцветка. Наверное, с такой фактурой вот можно вязать и без ажура.
носочки. Ну, может быть, свяжу и какие-то косы. Ну, посмотрю еще. Цвет 0418. Вот такие оттенки выбрала я. Они, кстати, хорошо сочетаются между собой. Вот все три цвета. Так, где остаточек? Вот, посмотрите, как. Даже если фиолетовый сюда добавлю. Вот прям уже готовые носки из остатков будут. Так что у нас тут все предусмотрено. Так. И заказала. Но это я уже оставляю эту пряжу напоследок. Не то, что последок, но приберегаю ее. Она уже подороже. Заказывала также ее доставку. Видите, мне маркеры к ней пришли в подарок. Это Drops Nord Unicolor в составе 45 альпака, 30 полиамид, 25% шерсть. В 50 граммах 170 метров, поэтому взяла каждого цвета по 2 моточка. Толщина ее так же, как вот газал. Вот такие будут плотные носочки. Наверное, рисунок слишком густой не надо брать, потому что может ниточек и не хватить, чтобы были не очень объемные косы. Тогда хватит 2 моточка на пару носков. Вот этот цвет называется туман. Такой. У кого вот этот цвет? Ну, похож, да, немножечко поярче. Этот более в оранжевую. Такой травяной цвет. Посмотрите, какая красота. Цвет 19. Это 0,8 серый, этот цвет 18 желтый и вот такой рыженький цвет 11. Ну-ка, похожи они, но тоже отличаются. Этот как-то порыжее, этот с небольшой краснинкой. Может быть, камера не передает, но цвет все-таки отличается. Этот покоричневее как-то, этот покраснее. Ой, ну она прям очень мягенькая, приятная. Буду вязать из нее. Заказала еще пряжу, но она пока что еще не дошла до меня. Вот жду на днях, должна посылочка прийти. Там пряжа еще круче, но это будет уже, когда мое мастерство достигнет вершины. Там пряжа дорогая. Так что видите, что для нас вязальщиц пряжа — это очень важно. Видите, я себя уже причисляю и к вязальщицам спицами. Так что вот так-то. Ну и напоследок хочу вам показать еще какое у меня приобретение. Так как я не собираюсь заканчивать с вязанием носков в ближайшее время, я себе приобрела вот такие блокаторы для носков. Посмотрите, какие они удобные. Надеваем носочек после стирки. Можно его подвесить. И он приобретает вот такую красивую форму. Визуально носок выглядит аккуратнее, чем если бы мы просто постирали и разложили. Такие блокаторы бывают разных размеров. Вот, это у меня 38-39. Это большие 45 размер, 44. Так что рекомендую также приобрести блокаторы. Покупаем свой размер, какой нам нужен. И они очень удобные в использовании. Посмотрите, как все аккуратненько. Вот так блокатор помогает придать красивый вид носочку товарный. Где я покупала такие блокаторы, я также оставлю, может быть, ссылку в описании на магазин, если продавец разрешит мне это сделать. Но я очень рекомендую приобрести такие блокаторы. Ну вот, показала вам все свои запасы, припасы. Посмотрите, какие красивые все оттенки. Мое богатство сейчас. Смотрю, перебираю и любуюсь. Вот такое у меня счастье мое. Пряжа, что нам вязальщицам нужно? Пряжа, крючки и спицы.
Вот все носочки я свои вяжу на четырех спицах. Хотя некоторые мастер-классы, я знаю, у мастеров даются на двух спицах с проволокой. Но у Светы все мастер-классы на четырех спицах. Я вот как приспособилась и даже уже не замечаю, не обращаю внимания. Очень удобно все. Рекомендую. Так, ну и самое интересное. Сегодня в ближайшем магазине для кондитеров я приобрела вот такие подарочные упаковки, коробки. Сейчас каких только нет, но я взяла несколько штук на пробу. Ведь даже с ленточкой сразу. Вот у этой коробки прозрачная крышка. Сейчас все аккуратненько сверну. Вот такая из крафтовой бумаги крышка сверху с окошком. И такая же из белой бумаги. Сейчас сверну и покажу, какие коробки у меня получится. Ну вот, путем нехитрых манипуляций мои коробочки собраны. Посмотрите, какие они красивые, нарядные. Упаковать свои подарки в такие коробки, я думаю, будет очень даже здорово. Вот это добротная коробочка. Ну, вот такая простая. Но я специально выбирала, чтобы помещался носочек. И даже по мановению волшебной палочки я собрала вот такой подарочный бокс. Тоже посмотрите, какая красивая коробка в новогодних расцветках. Ну и так, просто как для примера. Вот такую лошадку мы с вами вязали. Снежинка. Набрала какую-то мелочь. Вот такое итальянское, очень ароматное мыло. Мне вот нравится такое мыло. Была бы тоже рада получить в подарок такое. Звездочка. Открытка. Такой оригинальный крем для рук. Все просто, недорого, но нарядная шоколадка. Не знаю, как на вкус, сама еще не пробовала. Так. Ну и, конечно же, гвоздь программы – это носки. Вот такой один наборчик будет. Конечно, я еще поменяю, красиво все упакую, разложу все аккуратненько. Так, коробка перегрузила, раскрылась. Угу, все. Ну и для примера хочу показать вот такой бокс. Также положила какие-то маленькие игрушечки. Ангелочек вязаный. Такая же шоколадка. Я их закупила уже на подарочки для украшения подарков. Тоже кусочек мыла итальянского. Крем похожий, тоже из этой серии. И носочки. Вот такие. Нора. Вот видите, какие продолговатые коробки и как удобно в них упаковывать носки на подарки. На этом буду заканчивать видео. Я думаю, вам было интересно. А я была рада поделиться своей работой с вами. Может быть, вы получили капельку вдохновения, что-то почерпнули для себя интересного. Пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек. И до новых встреч!